детей является призывом к апартеиду, к созданию гетто. Я прошу прощения. Хочу просто сказать вам, те, кто не знает, может, вы в Питере вообще не знаете страны, нагайцы – это коренное население Ставропольского края, которые там жили еще до того момента, когда Российская империя завоевала эти территории. Ставрополь основан в конце 18 века. Ну, Максим, сколько поколений девочек ходило в школу нормально, понимаете? Дело еще не в этом. Они ходили до 17 года, до 27 года в платках. Потом большевистский террор уничтожил, запретил. Вот этих людей бы расстреляли в 1935 году. Сегодня, слава богу, мы живем в нормальной стране. А вы хотите вернуть советские расстрельные нормы.